выхожу из дома, а ко мне... Здравствуйте, земляне! Я Александр Док. А ко мне не мой вопрос. Сейчас они успокоятся и зададут. А вопрос у них один. Хозяин, а ты сегодня тоже забудешь у тебя ворота на полдня? И дашь нам возможность побыть свободными бульдогами? Они спали всю ночь, как убитые. Что же там было? 4 часа они были предоставлены другому миру. И ты тоже тихушник. Первый выскочил. Марсик. Уже пошел мстить лирику. Потом выбежала Рада. Потом Мира. Мирка. Ох, это Мирка. Увидела. Иди. Иди, все, успокоилась? И вы успокоились? Как они... Что, ты иди, не бойся. Чего сразу смелость куда пропала? Нападаешь на Марсика. Это я поливаю помидоры. Между прочим, не зря поливаю, видите? Вон уже один помидорчик, вон второй. Правда, меленькие, но Виктория посадила. Теперь они с надеждой, особенно вот этот, тихой сапой. Ты самый первый выскочил, мы видели. Даже хвостом не вилял, поджал хвост и выскочил. А за тобой потянулись все остальные. Ты подал пример. Никто иной, как ты. А ты дедушка лирик, пенсионер уже. Пора бы уже и остепениться. А все туда же, блин. В другой мир тянет их. А? И про тебя тоже. Выходи давай. Тут же цветочки зацвели. Жду Викторию, пока она выйдет. Вот, смотрите. Такие вот. Такие. Вот это вот Александрия, по-моему. А это... Я читал. Помните? Олимпиада. Олимпиада и Александрия. А там дальше еще пока не цветет. Ну, что такие колокольчики? Пчелки жужжат. А тепла не было, поэтому бананчик никак не вырастет. Никак не стартанет, он все в одной паре. Листик выпустил один и все. Второй вон пытается выпустить. У нас то ветер, то дождь. Хотел сказать, то снег. Так, ну где там она? Это Виктория Викторовна. Ты где? То мне пленка закончится. И батарейки сядут. Собрались на рынок. Ну что? Ничего. На дневной рынок мы собрались. Но я чувствую, мы попадем на вечерний рынок. Выезжай. А, выезжай. Ворота будем оставлять? Конечно, конечно. Чтобы они повеселились опять. Вы же готовы? Готовы. Да, вон они уже все.
Вчера на сколько они? На 4 часа были открыты. Видишь, как зеркальце хорошо придумал. Мы на ночной рынок собрались, давай. Ха-ха. Ягодки. Уезжай. Сейчас. Эти ягодки только оставим ворота открытыми. Тут же не преминут выскочить. А это я везу Бельчику. Косточки. Теперь мы договорились с Викторией так, значит, я выезжаю, открываю ворота, она стоит там, ждет, когда я выйду, потом мы закрываем ворота, убеждаемся, что ворота закрыты, и только тогда из дома можем уже удалиться от дома. Сидят, вон они сидят. И где-то вчера кто-то доснимался, что ворота остались открытые. Садись в машину, командирша. Ну все, поехали мы на рынок.